Всем привет! Вы на канале CryptoBoom. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IO и о многом другом. В прошлой части мы, EcoWatt, мы ознакомились, что это за компания, что она предоставляет. Сегодня рассмотрим другие особенности данной компании, такие как Tokenomics и сам жетон EcoWatt. Итак, EcoWatt, как и в прошлой части я говорил, это токен с фиксированным запасом и подтвержденной добычей, поддерживаемый растущим портфелем активов в области возобновляемых источников энергии, который со временем увеличивает его стоимость. Каждый 1 ватт солнечной энергии, заменяющий 1 ватт энергии на угле, сокращает выбросы CO2 на 2 кг в год. Токен EcoWatt – это первая ценная стабильная монета, поддерживаемая реальными физическими активами, которая предлагает безопасность, обеспеченную активами, сбережение стоимости, доход от вознаграждения и финансовую полезность, одновременно оказывая воздействие на окружающую среду и общество. Максимальный запас в 1 миллиард токенов, которые добываются за счет предоставления ликвидности для создания 1 миллиарда ватт энергетической в портфеле активов возобновляемых электростанций. По мере того, как портфель превышает цель майнинга в 1 миллиард ВП, стоимость токена увеличивается из-за фиксированного предложения токенов. Используя нашу цель на 2025 год, равную 5 ватам мощности на 1 токен, расчетная стоимость одного токена может превысить 15 евро, что зависит от стоимости активов, доходов от активов, кредитоспособности, финансовой полезности и дефицита токенов по сравнению со спросом. Токен EcoWatt получит свою основную ценность от физического дохода, генерирующего активы возобновляемой энергии. Это дает токену предсказуемую стабильность, стоимость и доход, который увеличивается по мере увеличения поддержки портфеля активов. Помимо поддержки активов и выгоды от доли дохода, токен откроет дополнительную полезность по мере того, как портфель будет расти и приносить больше доходов. В будущем эта поддержка активов позволит EcoWatt предлагать недорогие решения по кредитованию ликвидности членам сообщества, которые ставят свои токены, а также предоплаченную дебетовую карту, которая позволяет участникам свободно тратить свои заработанные на основе криптовалюты в 1000 магазинах напрямую. Сам же токен будет предоставляться напрямую через платформу EcoWatt, работающую от токена, и позже будет доступен на выбранных биржах. Для майнинга токенов требуется соотношение 1 к 1. Один токен подкреплен одним ваттом мощности. Для достижения этой цели EcoWatt организовала 2 раунда финансирования, прежде чем перейти к общественно доступному пулу ликвидности, чтобы члены сообщества могли покупать заявки на токен со скидкой. В общей сложности не более 1 миллиарда токенов будет добыто и выпущено в блокчейне эфириума через сети Matic Polygon в виде токенов R20 TRX. Название токена EcoWatt – это ECV. Общее предложение токенов выпущено 1 миллиард токенов. Распределение осуществляется следующим образом. 7% на учредителям, 3% советникам, 10% команды и компании. Частные продажи первый и второй раунды по 4,5% и 5,5%. То есть всего 10% на 2 раунда частных продаж. И на майнинг пул выделено 70% токенов. Что касается самих продаж, то на первый этап подписка уже закрыта, так как пишут, что уже полностью собрали пул. Вторая частная продажа состоится 15.05 по 15.06. Минимальная сумма покупки составляет 125 тысяч евро. Только для опытных инвесторов, принимая такие валюты, как биткоин и эфир. Всего выделено на продажу 55 миллионов токенов ECV. По 0,10 центов евро за каждый период блокировки, за каждый токен. Период блокировки составляет с 6 месяцев по 12 месяцев. Liquidity Mining Pool с 07.02.2021 открыт до 700 миллионов добытых токенов. Минимальная сумма покупки уже составляет 100 евро. Выпуск токенов 700 миллионов ECV. По
тут уже цена по 30 центов евро за один токен. На сайте вы можете увидеть партнеров, какие партнеры присутствуют, и социальные сети, чтобы задать свой вопрос. На этом мы обзор закончим. Переходите на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Всем спасибо за внимание. Всем пока.